когда вы захотели, вы заметили волонтеров, прекрасные, красивые. И это душевные люди, которые поддерживают фонд Константина Хабенского, который помогает детям. Я постараюсь петь таким образом, чтобы мы все помогли этим детям. И я прошу вас поддержать после концерта, когда вы выйдете. И спасибо, что есть такая возможность, есть такие люди. Спасибо большое.